звучит песня «Мир чудес» группы «Седьмая линия». Она заняла 3-е место в конкурсе песен «Рязань. Новогодняя столица России 2020». За эту музыкальную композицию проголосовало немало рязанцев. Ну, хотелось, наверное, в первую очередь передать красоту на городских улицах, потому что мероприятие довольно масштабное, всероссийское. На самом деле много сделано, что у нас в городе. Сильно придало вдохновение вот эти все мигающие огоньки, домики, елки, которые начали устанавливать за долгое время до мероприятия. Поэтому мы, в принципе, это, наверное, самый любимый праздник для людей, связанный с детством, с какими-то чудесами, поэтому во всех в нас живут дети, и как-то хотелось передать то, что мы чувствуем. Группа «Седьмая линия» – это молодой музыкальный коллектив из Рязани. Стиль музыки, которую играют ребята, довольно сложно объединить в одну четкую формулировку. Участники группы придерживаются понятия «русский рок». Они решили попробовать себя в новом формате и поучаствовать в конкурсе. Я вспомнил одну из своих очень давних задумок. Ну, частично мелодия, там даже больше не задумка, а мелодия. Вот, ну, я ее как-то показал, и относительно нее уже начало что-то развиваться. То есть что-то придумал Юра, что-то придумал Женя, что-то придумал Дима, и закрутилось, завертелось, как снежный ком. Пытались просто создать максимально простую мелодию, но одновременно красивую, которая передает вот эти вот новогодние эмоции, вот эти вот чувства праздника, который вот-вот настанет. То есть как-то вот так вот. Счастье и радости. Да, что-то такое. Группа «Седьмая линия» планирует продолжать участвовать в разных проектах и конкурсах. А еще ребята планируют выпустить свой второй альбом. Мы желаем им удачи. Олеся Котровская, Григ Лотов, телекомпания «Город».